Прием-прием, леди и джентльмены, на связи Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Ну что же, друзья, сегодня я стану помощником, но очень необычным и злым помощником. Да, вы все правильно поняли, сегодня я стану... настоящим гневом из головоломки 2. Именно в таком образе я буду помогать Нубику, потому что прямо сейчас, как вы можете заметить, Нубик находится недалеко от пляжа, ее окружили 4 бандита, и как по мне, это просто идеальная ситуация, чтобы влиться и помочь Нубоуне. Ну а чтобы сегодня гнева помощника у меня стало еще больше, друзья, поставьте лайк под этим видео, потому что каждый лайк это один огонек, и чем больше огоньков соберется, тем более злым я стану и... тем больше я помогу Нубику. Ну а я предлагаю, друзья, начинать и, конечно же, жмите на кнопку подписаться. Погнали! А, и да, забыл сказать, на протяжении ролика голос у меня будет изменен. Прием-прием, друзья, на связи Шедимен. А, теперь в каждом видео будет вот эта небольшая вставочка, и, к сожалению, новости нехорошие. На территории России начинаю замедлять YouTube, его, возможно, скоро заблокируют, может быть, уже заблокировали. И я хочу напомнить о том, что наши видео ты также можешь найти и на других площадках. Во-первых, для начала обязательно подписывайся на наш Telegram-канал, ты его видишь на экране. Там уже почти 40 тысяч подписчиков. Он называется База Шедоуни. Конечно же, подписывайся на мою группу ВК. Ты также ее видишь сейчас на своем экране. И все ссылки есть в описании под этим видео. Ну и другие площадки, также на них заходи. В общем, все ссылки в описании. Не теряйся, мы будем находиться там. Теперь я тебе желаю приятного просмотра. Ага, ну Бейсина, чё попалось? Давай выворачивай карманы. Что совсем, что ли? Я вообще никакие карманы вам выворачивать не собираюсь. Я просто на пляж шла. Что вам вообще надо? Совсем это мы еще посмотрим. И тебе сейчас никто не поможет. Мы видели, Шедимен уехал. Лески сегодня нет. Брока нет. Капитан тоже отлучился. И дедушки вашего нет. Так что сейчас мы с тобой помогите, разберемся. Блин, помогите! Тут уже быть-то помогите! Это бесполезно алло. Кричать! Это лезьте бесполезно! Хотя бы! Не бесполезно, вы тут... вообще, что ли, ошалели? Кто-нибудь-то мне и поможет. Никто тебе не поможет. Поняла? Это бесполезно, еще раз повторяю. Помогите! А вы отошли от нее, я вам сейчас такого задам. Вы что, совсем что ли? Опухли маленькую малюточку тут трогайте. На тебе, получайте. Это что за красный помидор тут еще? Давай помогайте же тебе меч вот этот напалить, давай у них. Пали, давай. Туда их вообще в баню просто. Так, что ж такое-то, на тебе получай, давай, вот так вот помогу. Ой, извини, чуть-чуть подпулил тебя. Сейчас я ищу финальный удар. Ой, сейчас, вот эти опасные трюки не повторять. Куда вы, как этот сам, этот, ой, а вы же этот гнев из головоломки? Да. Ё-мо, спасибо вам большое, что меня спасли. А чем пахнет? Пахнет жареным. Я не знала уже, что делать, вы представляете, вы так в нужное время пришли. Не переживай. Я просто стою, мне сказали, выворачивай там карманы, там давай деньги, все дела. Да эти бандюганы вообще уже совсем уже опупели просто отовсюду вот это, идут, что делают, непонятно, у меня прям злость, я не могу вот это вот всё. Они вообще ко всем подходят, да, давай спокойно, спокойно. Давай сейчас я тебя домой отвезу. Ты как-то, а ты чего, почему тут вообще одна-то гуляешь, куда все пропали-то вообще? Да потому что Шади и Сеска, они вообще по делам в город разъехались, а я тут пошла. Что я решила на пляж сходить, потому что, ну, думаю, ничего мне делать, все равно, вот и попались бандиты. Давай. Это что, твоя машина? Конечно, залезай в КамАЗ, сейчас поедем тут. Ты что думала, я вообще-то... Что ты смеешься? А я на малютке езжу. Понятно. Ладно, давай, погнали, сейчас нас никто такой не тронет, вообще тоже мне тут моду взяли какую-то, ну, Бесуса, Кубесуса, вот это все, это вообще куда годится, я не понимаю, да? Да, вообще не нормально. Вот именно, у меня прям сейчас взорвется все, не могу прям, вообще прям пукан бомбит по полной программе. Ой, да ладно, прошло, мы уже привыкли. Ладно, давай. Ох, господи, это вообще, конечно, тебе может еще чем-то помочь, пока я тут вообще, а? Друзья, секундочку внимания, напоминаем про наши мерчи. Там столько всего интересного, футболки, худи, пеналы, брелки и все такое классное. Заглядывай, ссылка под роликом, а теперь назад к видео. Ну, на самом деле... Давай быстро карманы выворачивай. Ой! А это что, что такое? Так, это давай выходи из машины. Это нам? Это вон, в поле кто-то стоит, давай выходи.
Слышь, ты, малявка, давай выворачивай карманы, я тебе говорю. Тебе что, непонятно, что ли? Что это? Это что, гопники жить, вообще такое тут тоже бывает, что ли? Это что за дела вообще такие? Да тут все на самом деле бывает. Ой, ужас у нас, какой, криминальный район какой-то. Мы поможем им, а? Конечно, поможем сейчас. Эту малюточку маленькая стоит уже, наверное, испугалась. Давай готовь этот огненный меч. Погнали. А ну отошли отсюда, быстрее вам говорю, куда вы тут там стоите, на вам получайте. Отойдите, на тебе, получай, получай. Это что за фигня что такая? Ой, аккуратней, давайте помогу, он такой быстрый, мелкий они вообще. Сильные. Так на тебе, получай. На, вот туда, в сторону. Отходи, отходи, я тебе, может быть, яблочек накину. Ты где, куда прячешься? Давай, иди сюда. К КамАЗу беги. Так, я тебе вот эти красные, у меня яблоки тоже красные, иди беги. Сзади, на, ой, тебе. Спасибо. На. Ну что, какой... получается справляться. Злость вообще не могу, прям я распирает всего. Сейчас на тебя вот туда. Ой, я аккуратный, главное, давай его тоже туда, попасть. Просто. Он плачет. Помол, пошел отсюда. Ой. Так, аккуратнее, беги, аккуратнее, сейчас его... Опа! Готово. Ну что ты, пупсик? Ой. Ну как ты, моя конфетусечка? Ну что ты молчишь? Он, видимо, испугался. Так, ну-ка, поделись. Слушай, яблочком с ним, а то это плачет маленький. Жизнь, вот, возьми тебе яблочко, ты не бойся его, он добрый, он нас сейчас защитит. Ему... Может, у меня еще вот, держите, красная машинка есть, вот такая, вот тебе тоже вот держи. Вот возьми, поиграй, покушай, да. Давай, покажи. Все, поехали мы, давай, если что, звони. Он вообще не разговаривает, в шоке, наверное. Да он, наверное, от шока, знаешь, от шока же бывает такое. Ух, прям не могу, вообще, капец какой-то, я не знаю. Поехали, давай, тронтайку заводи, а то поехали, газ в пол. Давай. Ай, жесть какая-то вообще. Ну, с чем мне помочь, я даже не знаю. Давай посмотрим, давай приедем ко мне. Давай. Тут порядок надо там наводить вообще, что это такое? Вот именно все это. А что там за крест красный справа? Ты че там? Это больница. Это больница, я думал, это клад, что ли, отмечен, чтобы поехать туда, чтобы проверить. Это не клад, это больница. Ой, а ты красный цвет любишь, походу, да? Ё-моё, ща, погоди. Что-то у меня вообще какая-то жесть. Сейчас мне надо выпустить этот жар. Просто не могу. У меня тут просто все пылает пуканом. Сейчас. Ой! Что вы делаете? Это порыв гнева. Я их когда долго не выкидываю, мне надо вот так вот делать. А то я взорвусь просто, понимаешь, от злости. Поехали. Это будет плохо всем, да? Всем. Все взорвется. Весь мир взорвется. Ничего не останется. Ну это нам не надо. Это лучше тогда. Так, давай, подъезжаем. Что, где твой дом-то тут вообще? Вот желтый тот. Я не вижу ничего. Дом. Вон вижу, все понял. Да, вон с той стороны. Дорога, дурацкая, ненавижу дороги. Вот так поедем, короче, вот так вот все тут. Ой, поедем. Ладно. Вот так вот все. Аккуратно, в дом не заедьте мой. Сейчас не заедем, ладно, пойдем, заходим, короче, к тебе. А что дом желтый, что не красный, не понял. Ой, да потому что мне желтый цвет нравится, я ж не баскакла Бреска, вот у меня так. Понятно, смотрим, а что с дорогой тут у тебя? Пошли, я еще петь умею, кстати. Петел-то, это не надо. Пошли. Пойдем. Почему? Я не хочу, что такое? А где моя броня? Какая броня? В смысле, что за броня? У меня буквально несколько дней назад я новую броню купила, а сейчас вообще ничего нет. Где моя желтая, красивая, золотая броня? Так зачем тебе желтая броня? Давай я тебе вот такую дам, смотри. Такую тоже можно, мне не принципиально на самом деле, спасибо большое. Просто вот обидно то, что новая просто броня, понимаете? Это броня гнева, бери. Жесткой да, будешь, спасибо. Вообще по хардкору тебе говорю. А что у тебя тут мухи какие-то летают, я не помню. Где? Да ой, вот чего. Ой, а что они тут? Отходи, сейчас я вам вот это... Ой, давай, я не убиралась давно. Вот эти мухи вам туда, вот все. Так, ты, конечно, у тебя дом сгорит, но я думаю, ничего страшного. Ой-ой-ой, что? Что такое? А что ты тушишь зачем? Гори. Ой. Что там, душ сломался, ну ладно. Пошли, может пойдем. Быть, там что мухи. Там? Посмотрим. Пойдем эти мухи, дурацкие, это вообще. Моя комната. Вот она! Давай, пошли стреляй! Стреляй, огнем, стреляй, вот туда их просто. Не попадите меня. Нормалек. Так, ну вот там вот у меня получается крыша, здесь я живу, сплю, отдыхаю. Что у тебя тут такое? Это компьютер, Майнкрафт играют. Что такое, какой Майнкрафт, я не понимаю, что это такое. Когда я не понимаю, я капец злой становлюсь, сейчас я приду, короче, я, блин, капец просто. Ну понятно. Это у тебя каждую минуту так? Нет. Ладно. Пойдем. Пошли, я тебе тут еще интересно. Ты что, машина есть, что ли? У меня есть машина в гараже, пошли покажу. Давай покажи, ну КамАЗ тоже, наверное, желтый, да? Да. О!
Что на тебя белое? Белое, и мухи еще какие-то. Ой, мухи дурацкие, не люблю мух вообще. Вот туда мух. Почему оно белое? Непонятное дело какие-то. Так зачем тебе опять это что-то приклеилось, это желтый-желтый? Смотри, у меня баллончик какой. Если покрасить, у тебя будет теперь красный цвет машин. Ну-ка. О, вот это вау. Да. Это колонка что-то новенькое, что эти резко удивятся, наверное. Ну-ка, сейчас это но, заправим. Кстати, да, классно выглядит, поэтому да. Нормально, пошло дело. Заправляем тут побольше, почательней. Спасибо большое. Обращайся нормально, Сича, давай. Что у тебя тут еще интересного, прикольного есть такого? Ну, еда, а еды нет. А что у тебя этого, свет везде, не горит электричество, что сел или что? Нет, сейчас же день, зачем давай свет? Тебе вот такой огонь сделаю, зачем тебе вот это ой, электричество? Ой-ой-ой, нет, доски же горят, у меня же весь дом подожжется. В смысле? У меня, знаешь что? Что? У меня обычно лес еду оставляет, когда уезжает, я же готовить не могу. Пошли, а чего ты смеешься-то, я не понимаю. Пошли к леске. Пошли. Что за леска еще? Не понимаю вообще. Ай, это моя подруга Шейди. Они уехали как раз таки в город. Вот я одна осталась, она мне оставила еду. Видишь, еда в холодильнике, нужно подогреть. А это знаешь кто? Кто? Что это? Собака? Ой, зачем ты чего делаешь? Зачем? Мы сегодня тебя защитили, а ты над собакой задеваешься. Я не издеваюсь. Иди сюда, маленький мой. Так, вот чего у тебя тут кусок мяса сырой какой-то? Совсем собаки что ли уже? Едят. Сейчас все нормально, этот кусок мяса тебе вкусненький, да? Вообще нормальный ты какой-то. Ты подогревать умеешь? Конечно, вот смотри, опа, пожаренный стоит ух теперь. Ты. Ладно, пошли, значит ты мне тоже можешь подогреть. Еда в холодильнике нужно подогреть, видишь, написано. Пошли, ведь наша сырая. А, давай, зажарить можно, реально. Ну вот сок хватит, наверное, кусок. Давай, сейчас посмотрим, что у тебя, сколько там. Сколько? 6? Давай, сейчас выйдем на улицу, короче. Так, тут кусочки мяса. Ну-ка, стой, аккуратненько. А, давай. Так. Так, 4, 5, 6. Все, убираем. Ух так, в сторону ты. Отходи. Ух так, ты. Вот начинаем поджаривать кусочки мяса. О, это так делается. Так, вот больше. Прям огоньку надо прям побольше подать, чтобы оно все вот так вот горело. Так, теперь тушим. Это все тушим, сейчас мясо тут немножко у нас настаивается. Вот. Так, теперь я вот это дело собираю. 6 кусочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поджарились, правда, наконец-то. Конечно, спасибо. Ты чего? Да. Ну все, покушали, получается. Да. Хочешь кушать, кстати, ты? Нет, не хочу. А. Ух, что-то я устал сегодня. Что-то я устал, я конечно, тоже. Я не знаю, прям можно вообще. Посидеть просто дома у что нее. Что посидеть-то? О, у нее ковер красный, вот это зачет, конечно, это вообще топец. У меня диван красный. О, точно, реально, вообще офигенно, мне нравится, прикольно. Будешь здесь спать. Окей. Посмотрим, а что вот это за мной здание какое-то полностью красное, это что? Вот это там бар, у нас там разные животные, смотри, живут там хрюни, курочки, коровы, овцы. Да, понятно, я тогда тоже буду здесь жить куда-нибудь, вот так, опа, залезу и все. Нормально, меня тут никто даже не заметит. Опа, отлично. Ух ты. Это что такое? Это что? Это чего у вас это тут кто? Такое? Это ты? Да нет, ты чё? Ой-ой-ой. Откуда-то оттуда доносится звук. Это чё, у вас тут чё, еще один делать? Кто-то злой что ли есть? Я не понял, я самый походу злой есть. Вообще-то. Чё за фигня, походу кто меня? Есть. Со мной ещё соревноваться кто-то что ли хочет, я не понимаю, что это такое. Я не знаю, может быть вы подружитесь? С кем? Ну, с тем, кто звуки издает. А чё, кто издает, ты не понимаю. Пока не видел его. Монстр какой-то. Ой! Ой, гигазомби! Нифига себе. Давай, отходим, скорее отходим. Иди сюда. План такой. Так, у тебя броня есть. Мне суть, чтобы с этим гигазомби это сражаться. Короче, надо тоже какую-нибудь броню, сейчас я себе достану. Так, у меня тут столько всего красного есть, не представляешь, вообще прикольные штуки давай, вообще. Так, ну-ка я давай, вот так. Давай. О, сейчас я себе вот такую броню, короче, достану. Тут, не знаю, работать будет, нет она. Ну-ка. Ой, что-то не понравилось, короче, смотрится. Так, держи, короче, это тебе. Это тебе понадобится, чтобы против него. О. Вот. Так, еще что-нибудь красненькое у меня получается. Так, это тебе вот это. Так. Вот спасибо. Есть красные лазеры, вот такие вот будешь тоже стрелять, короче, не злые, а агрессивные по-жесткому. Ура, давай.
Все, погнали, короче, давай по-жесткому надо вообще прям. Мы агрессивные, мы крутые. Так, сейчас свою фишечку вот эту достану, так, ну-ка. Так вот. Какую? Опа! Ух ты! Я сейчас развороту просто вот так вот, на тебе, получай. Опа, все, давай, пуляй. Сейчас его посмотрим. Драйлайзерами. Сейчас его подождем, чтобы он вообще подгорел вот так вот. Ух ты, какой огонь! Он что, стреляет, что ли? А? Он, походу, стреляет чем-то аккуратней. Так, курочка тут бегает, курочка, не зажаришься, а то иди подальше куда-нибудь. Давай ты, гига-зомби, что ж ты делать-то? Какой сильный вообще. В ноги стреляй, в ноги! Я сейчас ему эту плиту поставлю, он улетит в космос. Давай попробуем сделать. Давай! Ща. Так, что ты тут, гига-зомби? Ну ты стреляй, чтоб это... Ай, да что такое-то, не могу поставить. Давай, много ставлю. Давай сюда его, сюда, толкай. Гига-зомби, да что ты делать-то будешь? Давай, туда, вперед. Подожди, он же сейчас вперед. Сейчас я его толкну, я вообще ничего не вижу. А что не получается вообще, так стой. Подожди, надо его как-то... Не получается, пытаюсь поставить, он тут не хочет вообще никуда. Иди сюда, надо его заманить, туда, направо, да, туда. Вижу, у меня плита в ту сторону, отбеги. Так, давай, да, со мной, вот туда. Давай. Вот отсюда. Вот, сейчас он сюда пойдет, смотри. Ух, нифига, он взрывает. Ой-ой-ой, что делать? Стреляй, стрельни. Сейчас я его толкну. Смотри, чтоб он не помер только раньше времени. Хорошо. Что ты делать-то будешь? Он никак не толкается вообще. Что ты? Толкай. Так, ладно, сейчас план Б тогда. Угу. Сейчас будет план Б. Какой? Давай стреляем, он сейчас сюда это будет вот летать, и мы его на другие плиты вот так вот накинем просто. Вот, подальше прям, давай. А что он не хочет-то, ё-моё? Он завалится сейчас. Так, сейчас тогда. Так, сейчас я яму выкопаю у него тут под ногами. О! Получилось. Ой, а как? Что такое? Сейчас я его еще накопаю тут, давай. Давай. Сейчас тут землю ломаю. Что такое-то? Ой, о! Фига себе. Вот это я понимаю. Опа. Вот ура! Это отлично, мы, конечно, вот получилось. Это было по красоте вообще. Давай, пичулем. Да! Все, давай. Ну что, все, давай. На связи, если что, набирай. Я всегда, в общем, трубку друзья. У меня с собой. Какие друзья? Да. Ты с кем говоришь? Я с подписчиками говорю. Какие подсвечники? Подсвечники. Подписчики. Подшипники. Давай, ладно, с подшипниками поговорим. Давай. В общем, друзья, так вот получилось. Мне помог сегодня во многом Нев из головоломки. Всем удачи, в настроении. Пока-пока, друзья. Давай, пока, наберете, короче, на связи, если что.